готовят, закладывают взрывчатку в тротиловом эквиваленте. Сколько, Вовка? Оно сгореть должно, не сгорит, весна будет холодная. Света, ну ты даешь. Привет, друзья! Вы на канале «Удивительная деревня Окунева». Меня зовут Дмитрий. Сегодня у нас 26 февраля, воскресенье, начало первого. И вот у нас деревня готовится к празднованию Масленицы. Масленицы. Вот за моей спиной там народ собирается уже, видите. Сейчас будем веселиться, друзья. Это проводы зимы или встреча весны, я толком не знаю. У родноверов своя масленица. Я в этом не сильно разбираюсь, но лишний повод встретиться с односельчанами, повеселиться, получить заряд позитива. Это неплохо, друзья. С этой стороны легче. Ну, народ только начинает собираться. Я думаю, будет больше. Веселый праздник ждет. Люди всех возрастов, всех объемов и ростов, всех профессий и занятий. Тещи, сестры, сватьи, братья. Все свои дела в гости. И сюда спешите. В гости! Взрослые дяди, веселье ради, к нам приходите, женушек ведите, бабушки и девчонки, дедушки и мальчонки, женихи и невесты, всем хватит места! Правильно! Улыбайтесь во весь рот, все, кто масленицу ждет, тихоней проказник, поспешай на праздник, эй, честной народ! Шире рот открывай, два раза не повторяем, один раз объявляем. Вкусности припасено, нажарено, напечено, всяких разностей для веселой праздности. Дорогие односельчане, веселись, честной народ. Праздник, праздник нам идет. Больше шуток, больше смеха. Нам погода не помеха. Кто не в курсе, сообщаем. Масленицу мы встречаем. Милости просим, дорогая. С большим нетерпением мы тебя ждали. Встречаем с сырным дубленком, с румяным пирожком. Привет. Район тебе знакомый. Будь у нас как дома. Привет. Масленица красавица. Привет. От всех жителей тебе кланяемся. Привет. Пришла Масленица сырная. Пришла разгульная, а не смирная. Привет. Прощайся, народ, с тобой. Привет. Привет. Здрасте, здрасте.
Пока летал на квадрокоптере, все прозевал. Весь праздник пролетал. Берите кто? Кому? Берите. Опаздываем, да? Давно? Да, да, да. Ты что, я тут тебя не видел. А где твои? Вот одна. Младшая, да? Да, младшая. Я иду забирать. Ой, смотрите, тут еще одна вышка. Да? Здрасте. Помаши, включай у нас. Как бы у меня только заварка тут уже есть. Так, что нам Кришна принес, а? Блинчики, давайте. Что нам Кришна принес, а? Кришна что принес? Просад. Просад какой? Называется. Блинчики. Меню. Блинчики, мед, да. И напиток. Масленичный просад. Да. Там различные травы, там многотравие. Вот, готовят, закладывают взрывчатку в тротиловом эквиваленте. Сколько, Вовка? 300 грамм тротила. Да, ой. Это объедет, то, что коровы не съели, это объедет. Объедет. Ясно. Мы просто так не разбрасываемся сеном, да? Да. И продуктами где что разбрасываешь? Да, Спорт Лотова 72, гляди, ищи. Консервы. Нету в деревне гармонистов. Блинчик я возьму и с медом забью его напитком. Широкая масленица, мы с тобою хвалимся, на горах катаемся, блинами объедаемся. Объедаемся. Короталась? Собирайся, народ, зиму провожать. Собирайся, народ, весну заклинать. Обманула, беда,
Надо прощаться. И душа его ликует. Еще много-много раз. Блинчик я закинул в экстазе. Папа маслина горит, да? А когда это что, символ чего, когда масленица где-то поджигает? Весну, Кать, надо включать зиму. Морочено со девчонки бойки, сладкие блинчики пекут, угощения подают. Ну, падают. Как тоскует, ем по блинам. Хари Кришна, Хари Харинам. Хари Кришна, Хари Рама, Хари Рама. Хари Кришна, Хари Кришна. Я так ничего не понял остальные. Понял, что с мною порезимся. Хари Кришна. Мне дали задание. Кто дал задание? Дима Ялта. Давай я поснимаю. Нет. Давай, ладно. Пойдем. Давай, давай. Ручеек. Пошли, пошли в ручеек. Серега. Пойдем. Чего, ты боишься ручеек? Нет, давай. Сейчас. Я поснимаю. Стой. Так, на, потом отвернёшь, Димик. Во, мама, мне задание дали поснимать. Эй, оно мама, сгореть должно, не сгорит, весна будет холодная. Знаешь, сколько это камера? Так, спровадим все. Ага. Давай, спровадим. Какая музыка пошла? Оп. Бери кого-то, Весня, наоборот, бери кого-то. Дожата не ту, чи не вялице, да не лихой доза, а мякелице. И у моё дорона батюшки давно много пива поналась.
А смотрите, давай. Еще вот так вот, смотрите, одну ногу, раз, и... раз, раз, одну, смотрите, раз, да, одновременно. Раз. О, меня потащили! Так, ну как кто следующий там бежит там? Оп! Пойдем. Так. Дим, я пойду. Хорошо, ну я зайду. Да. Так, я уже взял. Так. Хоровод, хоровод! Сейчас будет хоровод. Так, давайте сюда маленько. Давайте в эту сторону завернем. В эту сторону, у меня одна рука. Пошли. Я... Давай в карман положи, Варечка. Кого? Так я, у меня камера. Хорошо. Цепляйте. Ольга, пойте. Ольга, пойте, пожалуйста. Что я буду петь? Я не слышу, что там играет. Давайте в другую сторону. Давай в другую. Вот сейчас смотрите, разгонись, давай. И пошли. Хоровод. В другую сторону, 3-4, оба, быстро все среагировали, много повторили. Вот так идем. Сейчас на 3-4 резко. 3-4, оп, в другую сторону. Опа. Надо успевать. Давайте. И готовься. 3-4, опа. А еще раз, 3-4! А 3-4! Опа! 3-4! А теперь в центр! Центр побежали! Куча мало! Трамвай! Вот такой ширины! Вот такой нежины! Вот такой ширины! Сейчас. Ай, как хочешь, выбирай. Вот она, малышка, в серединку. Вставай на ножку. Света, ну ты даешь. Опять? Я что плохого сделал?
Отлично, Свет. Классно, классно. Ходить на ходулях. Не очень. Дуэль, 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 Валуя. Ну вот, друзья, народ расходится, а вот наша Олечка лесная, наша красавица Светлячок со своими детками. Это Шанти и Амридочка, да? Вы такие же улыбчивые, как ваша мама, да, детки? Пойдем побираем, сегодня день рождения у него. А, у нее 70 лет, да? 80. 80? Да. Ой, это вообще... Ну вот, расходятся друзья, там дотанцовывают последние аккорды. А я пролетал весь праздник, пролетал на квадрокоптере. Я еще учусь летать, нифига не получается. Ну вот и все, друзья, будем заканчивать. Благодарю всех тех, кто досмотрел до конца этот короткий ролик. Желаю всем добра, бодрости духа, радости, света. И увидимся в новых роликах. С вас подписка, лайк, комментарий. И нажимайте на колокольчик, когда подписываетесь, чтобы получать все уведомления. До новых встреч. Увидимся на земле и в воздухе. Пока-пока.